Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Все состоявшиеся болезни сердца. Вот как это понять? Все состоявшиеся. Ну вот человек живет, вот. А болезни сердца потихонечку формируются у тех, кто не работает и не живет и не учится жить со своим сердцем. Ну и как бы не развивается. И конечно, рано или поздно сердце начинает давать о себе знать. Здесь, забегая наперед, я скажу, что все болезни сердца, благодаря профилактическим воздействиям, массажным, работой с точкой P10, можно что? Предсказать. Не приугадать, а предсказать. То есть нужно только работать с данной точкой. А теперь давайте коснемся детально сердца. Итак, у человека состоялась та или иная болезнь сердца. То через точку P10 UZI вы можете работать с данной точкой, работать с тем заболеванием, которое уже состоялось, которое проявилось уже на органе сердца. Конечно же, плохо это или хорошо. Но вы знаете, любая болезнь учит человека. Кого-то она учит, заняться собой, кто-то начинает, работать активно с собой, а кто-то просто-напросто, заболела-то и заболела. Поглотаете таблеток, и вылечите. Запомните, уважаемый зритель, сердце не лечится с помощью таблеток. Да, сейчас есть там новые технологии, как рассказывают, как бы там ни говорили, но сердце невозможно вылечить. Сердцем нужно научиться жить, даже если оно уже себя проявило в той или иной болезни. Поэтому на первом месте у вас идет дыхательная практика, занятия физкультурой, физической культурой, здесь мы подчеркиваем, как всегда, в любом видео. Ну и, конечно же, заниматься акупунктурой, и научиться, жить со своим сердцем, задавая ему ритм. Вспомним слова великого Амосова, что сердцу нужна встряска. Сердцу иногда нужно что? Давать встряхиваться, давать иногда тонус. Задавать тонус сердца. Тогда сердце будет всегда у вас, в ритме. А если вы будете щадить свое сердце, лежать только на диване, на кровати, глотать кардио или еще какие-нибудь там препараты, которые на сегодняшний день, но при этом не задавать ритм сердца, пытаться, дать себе нагрузку, то сразу вам скажу, вы неправильно восстанавливаете свое сердце, вы никогда не восстановите его. Вот и все. Потому здесь нужна работа огромная над собой. Итак, мы уяснили, что из 12 меридианов, 8 меридианов контролируют сердце, и при всех состоявшихся болезнях нужно восстановить эти 8 меридианов в норму. Мы уяснили, что профилактика на точку P10 UZI мы можем предсказывать те или иные болезни, которые формируются в органе сердца. Ну и также мы говорим в нашем видео, что не ждите, когда сформируются все болезни сердца, либо те или иные болезни сердца, а работайте с ним прежде всего посредством молитвы, дыхания, посредством акупунктурных точек и работы над собой. Спасибо за внимание.